А сейчас слово предоставляется Олегу Сосовятину и подготовится Владимиру Бузаеву. Я должен объявить, что мы вынуждены закрыть список выступающих, то есть еще будет 4, по-моему, 3 человека, и потому что у нас заканчивается время нашего здесь арендованного зала. Прошу, Олег, прошу вас. Добрый день, дорогие родители, дедушки и бабушки. Спасибо, что вы пришли. Сказать нет реформе и русским школам быть. Это здорово. Спасибо штабу русских школ, спасибо Русскому Союзу Латвии, что организовал эту прекрасную конференцию на очень высоком уровне и дал возможность эмоционально высказаться людям, у которых накипело действительно. Друзья, Латвия находится в благословенном месте. Но с приходом независимости этнический национализм расколол наше общество. В 2004 году вбил один клин. Ну ладно, пошли на компромисс, согласились, все. Билингвальная система 60-40, все общество успокоилось. А что на выходе школьники сдают экзамены, хорошо знают латышский язык, но нет, на этом они не успокоились. Впереди выборы, и рейтинг партии там попадает, решили отыграться на нас, и вбивает просто еще осиный кол. Ну куда дальше? И так уже расколотое общество. Я немножко углублюсь в историю.